своими глазами. Национальное агентство регулирования в энергетике проголосовало за повышение тарифа на электроэнергию для конечных потребителей. Согласно решению НАРЭ, новая цена, по которой бытовые потребители будут платить за электроэнергию, поставляемую Premier Energy, составит 2,64 бана за киловатт-час или увеличение на 0,47 лев. По сравнению с действующим тарифом, пишет Diskidi.md. Следует отметить, что ранее Premier Energy просила повысить тариф до 2,71 бана за киловатт-час. Жители севера страны будут платить за электричество на 35 банов больше. Тариф на электричество от Feyenoord составит 2,86 банов. Новая цена будет применяться с 1 июня.